сам успокойся. Рядом. Ты ее знаешь? А я хуже? Нет, надо неделю назад, две недели, 10 дней назад. Чума. Не чума, а тихая, флегматичная собачка. Он грызлись, нет? Нет, не помню. Блин. Я уехал. Да не, у Сергеевича там это прибивали, я приезжал. Ты выберешь, будешь орать? Куда бегать? Лишь бы. Я только что сделал такое замечание, когда собака вынесла палку в зоне, зуба приносит. Мы не имеем права в этот момент давать палку. Сейчас Витька придет. Если даже если выбрал, он с командой в зоне. Разбираем палочки, пожалуйста.